Пока что никого нет. Нет, тут квадрат есть. Следующую, на следующую прыгаем. Осторожно, тут главное не убиться и в портал попасть. Так. Босс, там босс, офигеть! Всем привет, друзья! Вы на канале Мейс и добро пожаловать в Red Ball 4. Сегодня у нас 50 уровень, ну и дальше проходим. Продолжаем. Так, у нас шарик летит сразу, офигеть, блин! Капец, надо еще и звезды собирать и не упасть никуда, блин! Офигеть! Получилось! Вообще круто! Ну ничего себе прошел, даже не ожидал, что получится пройти так быстро. Так, М-квадрат активируется, он лазером бьет. Так, еще раз, все. Он два раза стреляет, и потом он все, уничтожается, самоуничтожается. У него энергия кончается, и все, он больше ничего не может делать, опа. Что-то квадрат тут меня пришибить хочет. Так, иди сюда, сейчас бомбанем его, офигенно просто. Просто офигенно проходим. Квадрата бомбанули. Так, здесь у нас сохранение. Я так понимаю, наверх надо прыгать. Так, еще один квадрат. Так. А второй раз? Так, второй раз стреляет. Все, с квадратом мы разобрались здесь. Смотрите, здесь таймер у нас наверху. Так, его берем и надо успеть. Быстрее, за время. За время, там внизу отключился лазер. Надо быстрее, как можно скорее спешить. Давай, вниз, вниз, лети, отлично. Офигеть, просто успели. Так, забираем звезды все. Все, золотая медаль, можно дальше идти. Уровень 52, так, а тут получается у нас таймер такой, да? Опа, опа, везде таймеры. Так, а еще и квадрат стреляет, офигеть. Еще квадрат стреляет, ну ничего себе. Кстати, я на следующий уровень вот так вот просто не могу запрыгнуть. Мне тут надо целые... приключения пройти, чтобы туда попасть. Так, я так понимаю, надо как-то через верх потом туда будет прилететь. Пока что никого нет. Нет, тут квадрат есть. Блин! Капец, я не успел прыгнуть почему-то. А, ну правильно, у него лазер. Мгновенно просто. Во всех точках оказывается. Ну, так, это что было? Я, кажется, отключил здесь, да. Все, я отключил здесь. И теперь можно... Опа, полетел шарик. А где это я вообще? Опа. Офигеть просто, прикольно так. Разогнался. Так, там квадрат у нас. Сейчас он пониже прилетит, и мы ему на голову запрыгнем. Давай, квадрат, ждем тебя. Опа! Так, с этим мы разобрались, там еще. Впереди. Так, тут осторожно, нужно между лазерами прямо прыгать, чтобы не попасться. Так, так, так. Нет, рановато прыгать, надо когда вверх поеду прыгать, чтобы на правую платформу попасть. Так, вообще четко, нормально. Так, а здесь уже можно в любой момент прыгать. Да, вообще круто получилось. Так, нам лазер. Еще один. Все, с квадратом разобрались, идем дальше. Опа! Так, все. Все, мы его обезвредили. Идем теперь наверх. Здесь у нас флажок. Да, вот это, конечно, место не такое уж и простое. Так, давай, шарикин. Опа, блин, капец. Я же говорил, непростое. Еле-еле получилось. Так, еще раз надо, еще раз надо. Так. Так, давай. Стоп. Что-то он плохо прыгает. Ладно, может быть, получится. О, нормально, нормально, так. Следующую, на следующую прыгаем. Осторожно, тут главное не убиться. В смысле, не упасть. Не упасть куда-то вниз, в пропасть. Ну что ж, у нас уровень 54, здесь у нас квадрат, я понимаю, надо направо сразу лететь. Опа, обезвредили его. Так, еще раз. Так, обезвредили квадраты, на левую штуку прыгаем. Опа, квадрат. Давай еще раз. Все, квадрата больше нету, теперь идем направо туда, подальше. И здесь у нас точка сохранения. Так, едет платформа. Выключаем тогда таймер, когда она начинает отъезжать. Продлеваем таймер. Так, мы продлили таймер и вот сюда вот прыгаем. Все, выключаем здесь лазеры, которые там нам мешали пройти. Все, теперь шарик ждет. Ждем шариком. Все, теперь ждем, пока платформа приедет обратно. Так, приехала, запрыгиваем. Так, лазеры выключены, продлили немножко. И все, идем дальше. Там показано, что у нас выход. Ну что ж, я думаю, надо
прыжок сделать. Так, вообще четко, четко. Ой, блин, капец. Куда это я улетел, вообще непонятно. Опа, вообще четко. Ну, этот уровень вроде бы у нас довольно-таки простой. Тут просто нужно вперед жать изо всех сил и лететь, куда там стрелки нам показывают. Опа! Так, залетаем наверх. Сейчас надо немножко разгон набрать. Давай еще. Надо на две стрелки попадать, чтобы запрыгнуть туда наверх. Ну, Шарикин, давай. О, вот, получается. Отлично, вообще четко проходим. Так, здесь разгон набираем. И все, летим на следующий уровень. Здесь у нас просто супер 8 какой-то. Он сам двигается, я даже ничего не нажимаю. Все. Уровень 56. Так, а там у нас что наверху? А, у нас теперь гравитация меняется. Так, у меня теперь... Я прилипаю кверху, теперь кунизу. Так, а тут у нас что? А здесь у нас гравитация просто меняется, и мне надо, получается, на этих стрелках раскачаться, чтобы... Вот сюда вот залить. Давай, вообще четко шарик. Так, здесь у нас выключено все. Мне надо разгон набрать получше, чтобы запрыгнуть. Стоп, стоп, стоп. Я там звезды еще не все забрал. Вот эти вот надо забрать и идем дальше. Все. Прошли этот безумный уровень. Уровень 57. Так, сюда мы запрыгиваем. Так, теперь сюда запрыгиваем. Забираем все по дороге, что у нас здесь есть. Так. Опа, на флажок надо попасть. Блин. Я просто не понял, куда я там улетел. Придется еще раз проходить. Так, давай, шарикин. Высоко прыгать не буду, вот так вот чуть-чуть. Так, мне получается надо куда-то... Не, я что-то не то сделал. Так, а какой там у нас уровень был? Я уже что-то забыл. 55-й. Так, 55-й уже был. 56-й. Так, а что у нас там? 56-й, по-моему, да? Или не 56-й? Стоп, я же это уже проходил. 57-й, наверное. Так, сейчас проверим. Ну что, 57-й, вроде бы похоже, что этот. Так. Давай, Шарикин. Опа! Ну, этот момент я точно уже запомнил. Стоп, 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 куда ты летишь? Опа, вот как мне надо было делать. Как надо было поступать. Вот оно что. Так, мне получается просто в обратную сторону. Опа, все, следующий уровень. Вот, теперь у нас уровень 58. Здесь у нас квадрат сразу стреляет у нас. Получается, гравитация не только у меня меняется, но и у квадрата тоже. У всех, короче. Так, где он там? Так, вот квадрат. Все, с квадратом разобрались. Ну что ж, идем тогда вперед. Сейчас посмотрим, как здесь надо пройти. Получается, вниз надо прыгать. Вот так вот менять гравитацию. И заберем сейчас все по дороге, все, что у нас есть. Вот, эту штуку надо перепрыгивать обязательно. Иначе я просто улечу вниз. Да, я просто вниз улечу, если попадусь на эти стрелки. Сюда идем. И давай. Так, вообще четко. Перепрыгиваем эту ловушку. Хитрую ловушку. Так, идем сюда. Все, золотая медаль, на следующий уровень идем. Уровень 59. Здесь что-то просто невероятное творится. Ничего себе. Ой-ой-ой, надо успеть. О, блин. Там миллиметр оставался. Можно было не попасть. Так, чуть в лазер не попался. Все, теперь забираем здесь все, что есть. Так, мне получается, надо прыжок сделать получше, чтобы внизу здесь остаться. Так. Опа. А, вот теперь на флажок. Сохраняемся здесь, идем сюда. И здесь надо отключить все лазеры. Опа. Все, получается, мне надо в обратном порядке теперь вернуться обратно и в портал попасть. Так. Босс, там босс, офигеть! Мы к боссу идем, боссу Луны! Вообще четко проходим. Ну что, вот у нас боссик. Ну, боссика я, наверное, в следующем видео пройду, а на сегодня все. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения и до скорого.